друзья! Сегодня 2 июня. В Нью-Дели классная погодка, 36 градусов, не сильно жарко, но у меня кондиционер все равно работает, мой мега-вентилятор. Вот, сегодня у меня такие планы. Нужно пойти в магазин. Я сниму вам обстановочку также на улице, покажу, что и как. Статистика упала больше, чем в 2 раза. Если раньше было заболевших 400 тысяч, то сейчас 100 тысяч каждый день. Это намного лучше. Так что надеемся, что скоро-скоро все наладится. И на улицах уже сейчас много людей. Я вам сниму, покажу все. А также у меня сегодня будут гости, поэтому я приготовлю для них дал индийский, покажу рецепт. И сделаю, возможно, овощи и рис. Смотрите, как я вчера все везде поубирала. Какая красота у меня. Смотрите, как все чистенько, красивенько. Так, сейчас мне надо взять мой завтрак вместе с финиками и вместе с чаем. 2 пакетика у меня уже осталось, надо будет потом купить или мне привезут, не знаю, посмотрим. Вот, такая у меня чистота. Я вчера помыла везде плитку, теперь у меня все сияет красиво. Видите, как она блестит? Столы все помыла моющим, печку тоже мыла, но она уже жирная, все равно грязная. Вот, также положила везде кусочки лука, это от ящериц. Моя мама прочитала в интернете, сказала, что это должно помочь. Сейчас я покажу, что на улице происходит. Я помыла также полы на балконе. Класс. А сейчас вот примерно как у нас летом. Не сильно жарко, чуть ветерок. Вот этот голубь, он там уже сидит 2-й день, если не 3-й. А соседей моих все нету пока что на месте. Я думаю, они на вилле. Постирала свои колготы танцевальные. Плотная сетка с такой подошвой. А также в ванной помыла, видите, как новый теперь у меня кран блестит. Туалет помыла, вот здесь вот все помыла, зеркало, щетку. А еще проблема, ребята, у меня упало вот туда все самое ценное. Духи Шанель за $100. Так, надо еще, чтобы баклажка туда падала. Вот оно, где все лежит. И это, мягко говоря, меня расстроило. Я пыталась туда залезть, но у меня не получилось. Потому что тут примерно, ну, как пол меня высота. Вот это вот, кстати, не мое. Вот эти вот баклажки, это не мое. Вот шампунь мой, Дезик, как он называется, для туалета. И духи мои. И что это еще? А я не знаю тоже, что это. Ящерица, господи, какой кошмар! Ой, я туда больше не залезу. Короче, ко мне придут сегодня, и мне должны помочь достать это. Из крана я помыла, чистотень. Все вот эти розетки тоже перемыла. Класс, аж приятно находиться здесь. Кстати, что мне сказали по поводу ящериц? Если красная ящерица сходит в туалет по-большому вашу еду, то можно умереть, потому что это ядовитая ящерица, и это очень опасно. Поэтому мне это не особо радует. Я их и так боюсь, любых. Я вообще-то считаю, ящерицы – это маленькие динозавры, которые просто еще не вымерли. Вот. На днях у меня была ящерица в комнате.
На следующий день она была здесь. Я не ее палкой, а била палкой по этой палке, чтобы как-то ее согнать, и открыла балкон. У нас тогда был дождь, у нас сверкало. В общем, она так и не убежала. Она то сюда, то туда, и в итоге опять вверх. Ладно, какая я молодец. Она была там, потом я вон пообливала все водой. И вот где она уже. Ой, божечки, как ужас, как страшно. Как же это страшно, мамочки! Давай, go outside, please, go outside. Are you very puggle? I also very puggle when I see you. Я думаю, бог с тобой, я пошла спать в комнату. Вот. Сейчас добавлю меда сюда. Поэтому с ящерицами я не дружу. Я их боюсь и... Блин, это вообще, конечно, когда уже будет осень, честно. Я уже жду этот период. Такой мед. 100 рупий, видите? Вот, 100 рупий. Добавлю это в свой завтрак. Забыла сюда еще финик добавить. Сейчас две штучки порежу. Это мне Женя принесла как-то финики вот такие. Все покажу. Я уже показывала в своих прошлых видео. Но я стала это крышить в свой завтрак. Вот он очень полезный. Я их всякий случай еще промываю. Все, нарезала я фиников сюда в свою еду. Сейчас помешаю так. Пока оно остывает, и мой чай тоже остывает уже, я выпью стакан воды. King. Let's go в магазин. Кстати, я вчера начала свои тренировки по стретчингу. Потянула шпагатики, спину. Сегодня крепатура небольшая. Сегодня опять буду растягиваться в процессе приготовления дала. Вчера прям очень много чего сделала по дому, потому что у нас сейчас не очень жарко в Дели. И можно хоть заниматься домашними делами. А то когда жарень, то постоянно хочется спать. Так, не пойму, что происходит. Очень-очень много мусора. О, вот, кстати, мусор убирают. Я тоже сдаю свой мусор вот этому дядечке. И он его потом выносит. Очень много мух. Как на Мальвии. На Мальвии нога очень, конечно, грязная. Мне это немножко разочаровало. Потому что я хотела туда переехать. Но теперь я понимаю, что нужно будет очень тщательно искать там квартиру в более-менее чистом районе. У меня вот тут на Чатарпуре, где я живу, мне очень сильно прям грязно. Еще терпимо. Ну, периодами есть там мусор, но это, в принципе, нормально для Индии. А есть районы, конечно, где очень много грязи и очень много мух. Сейчас увидим моих собачунек. Уже взрослые такие. Я, кстати, рыженькой собачке уже давала косточки. Она их разгрызла. Уже зубки выросли полностью. Поэтому, когда буду брать мясо снова, буду давать ей косточки. Видите, машин очень много. Локдауна практически нет. Но магазины все еще закрыты.
Сначала, перед тем, как я иду в магазин, я всегда глажу своих собачек. Это уже как традиция. Где они, мои красотки две? Нету их сегодня тут. Может, еще приду. Hello? Меня уже помнят, знают. Мой шампунь упал, поэтому я сюда пришла еще и за шампунем. Так, шампунь у нас здесь, с этой стороны. Я обычно беру Пантин. В этот раз я возьму маленький. Так, это что? Понюхаю. В принципе, Пантин, они все одинаково пахнут. Так, значит, возьму этот шампунь золотой. И это что? Ага, кондиционер. Сколько стоит? Вот, 190 рупий. Да, возьму еще кондиционер для восстановления. По поводу мыла для посуды я брала вот такое. Очень классное. Отмывает все идеально. Раньше я пользовалась вот этим Vim. Паста есть. Ага, вот это плохо, видите? Это каша. Или это какой-то там рис, один из видов риса. Я ела когда-то, очень вкусно. Здесь же, видите, я брала от тараканов всякие. Ну, я брала вот этот хит, то что справа маленький, есть еще распылители. Тадж-Махал, чай. Мой чай заканчивается, но мне должны привезти всякие бутылочки. Так, стайт у меня есть. Орешки, чипсы. Краска для волос. Я потом хочу покраситься в светло-светло-коричневый. Так, риса у меня немножко есть. Если что, потом куплю еще. Я думаю, может быть, вот эту поху взять. Excuse me. Excuse me. This is like rice. Like rice. This is pohab. Pohab, but yes. What like? Like rice. Like rice. Yes. Uh-huh. This is good. This is good. Quality or? Yes. Okay. 35 рупий. Нормально. Возьмем на пробу. Я сейчас начала брать много индийской еды, пробовать, готовить. Так. Орешки, это что такое? Вау, посмотрите, такие свечи классные. Супер.
Ребят, взяла вот эти кокосовые шарики, которые я брала в прошлый раз, очень вкусные. Их не было как-то здесь. Сейчас опять завезли. Они 100 с чем-то рупий стоят. Так. Sweet you have? Yeah. Sweet. Milk? Sweet, sweet. Sweet bread? Like, not bread. Not bun. Yeah. No. Two in one packet, no? Okay, bread, it's yeah. White. White bread. White bread, okay. Fresh. Egg. Yeah, this. And chocolate. Обожаю эти шоколадки, очень сильно вкусные. Все, я думаю, на этом все. Я рада, что я купила кокосовые шарики. Я думала, это мои собачки, это другая. А тех моих собачуль пока что я не вижу. Скупилась на 720 рупий. Дорого, конечно, в нынешнее время, но что поделаешь. Главное закупиться и не выходить потом в магазин 2-3 дня. Хотела бы с вами поговорить по поводу ковида. Эта тема многих интересует. Многие девочки, мои подружки, говорили, что они переболели ковидом, но симптомов особо не было. Никаких. Ну, некоторые девочки, да, теряли вкус, запах, но много моих знакомых, которые просто чувствовали слабость, тест был у них отрицательный. При этом они утверждали, что это у них ковид. Ну, я не совсем с этим согласна, потому что здесь сейчас переход с весны на лето. Всем не очень хорошо. У меня тоже была слабость. Но это же не означает, что это ковид. Тем более, если тест показал, что человек здоров. Вот аптека работает. Поэтому я такого мнения, что все зависит от того, как мы мыслим, о чем мы думаем. Так, мне тут надо купить что-то. Пять штук возьму. And honey. Мне нужно имбирь. Панч, панч. Ватский. Панч. Ну-ну. Здесь. Я не понимаю, что она мне говорит. Да. Мем? Сога. Half kg. Half kg? Half. This is tin. Tin. Okay. Half kg имеется в виду полкило. Многие мне писали в комментариях, чтобы я переводила сразу то, о чем я говорю, или делала транскрипцию. Думаю взять один перчик. О, oh, it's too much, too much. Maybe. Maybe not half kg. It's too much. No, no, no. Half. Yeah. Because... Говорят, это очень-очень много. Потому что это мне реально на всю жизнь чеснока. Хватит. Даже дети мои будут это есть. Так, лук. Лук. У меня там где-то 4 луковицы осталось. Угу. Так. О, морковочку возьму. Я тин. Тин означает 3.
This. Вот это нормальная морковка, это я понимаю, не то, что я взяла. Тин. Ага. Так, что дальше взять? Капусту не знаю, брать, не брать. Какая-то она мягкая. Не, мягкую не буду брать. О, здесь, они здесь. Кабачок мне нужен. Это good? Ача? 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 Ача. Or this ача? Ача, спрашиваю, нормальный? О, тики. Так. И картошку. And potato. Потэта, пакет. А, окей. Пакет, я забыла. Я подумала, что я в Украине нахожусь. Говорю, дайте мне пакет. А тут же не в пакеты складывают, а такие горшочки специальные. I need 1 kg. 1 kg. 1 килограмм мне нужен. Окей, give me 1 kg. Окей. Так. В принципе. Что у нас? Yeah, this. This. Я знаю вообще, что в пакетах нельзя на жаре держать овощи. Сильно тяжелая, но хорошая, мне кажется. Очень тяжелая, думаю, маленькая. Я большую, ладно, возьму большую. Окей, китна, китна. Китна, китна. 60. Окей. Ну да, я думаю, это все. Нужно было капусточку еще взять, но... you have small, but acha. Yeah, because it's not. Okay. I need small. It's big. Yeah. Что ты смеешься? Куда мне? Yeah. Yeah, that is. Acha, but this is big. It's for 2 years. I will eat 2 years this. 2 года, говорю, буду есть это. Окей, окей, вон this. Хинди не вон А? Хинди не. Хинди не. Тора. Так, вроде все. Хинди спрашивает, нет, я говорю, хинди нет, чуть-чуть. Окей? Фол. Финиш, бас. Нет. Спасибо. А все, видишь, как пожелаешь, если хочешь мне добавить. Yes, how much is it? $100. Сейчас они мне тут насчитают.
это жарко. Что это за кура? Твенти. А? Твенти. Ту. Твенти. Two hundred. Окей. Because 20 is good. 20 рупий за все. Інгліський. Так, що це не захочу. Що, що? From you, окей, thank you. Даннявад. Ой, боже, скільки мені. Ой, даннявад. God bless you. Hindi сикло. Hindi? Hindi не сикажу. English no. English no. Hindi no. Thank you. Я говорю, що я на хінді не говорю. Люди, мені попадаються дуже хороші. Отзывчиві, улыбчиві. И я сразу понимаю, какая же прекрасная Индия страна, со своими, конечно, трудностями, скажем так, но все же мало таких людей у нас, как здесь. Я еще сейчас хочу купить дыню. Очень вкусная здесь дыня. О, смотрите, перчик. Кто-то потерял, не донес до дома. Корова поест. Вот, сейчас куплю дыню и пойду домой. Все. У меня, в принципе, все есть. И потом я буду брать молочку. Постепенно буду кушать молочку. Та собачка, которую мы с вами кормили в прошлых моих видео. Дыню я обычно беру вот в этом магазине, где были раньше соки свежевыжатые. Фух. Арбузик. О, вкуснятина. Hello. Hi. I need this. But I need acha. It's not acha. No, it's... Okay. Give me good. One piece. Show me. Good. 1 kg, кетна? 40. 40 рупий. Получается 1 килограмм. Купила я дыню, господи, надрываюсь с пакетами, с этими стою. Видите, в общем, людей много. Все налаживается, но только магазины пока что закрыты. Локдаун продлили до 7-го. Вот. Ой, жарко. Жарко, но еще не настолько, как бывает. Скоро у нас опять будет 40-41. Хотя прогнозы почему-то вообще не совпадают. Если написано, что будет дождь, у нас вообще солнце. Если написано, что будет жара, то у нас может быть гроза. Дома руки помыла, сама все умылась. Вот такой у меня сегодня багаж с моих покупок. И я хочу сейчас очень сильно дыню. Очень сильно хочу дыню. Я ее разобрала раза два, наверное. Вот так вкусно. Такая здесь дынька. Сейчас ее помою хорошо. И разрежем, посмотрим, спелая ли она. Ой, как легко разрезалась. Посмотрите. Сейчас попробуем. Она сладкая, но возможно слегка что ж такое, слегка зеленоватая, чуть-чуть, но вообще очень сладкая, очень вкусная. В прошлый раз мне вообще повезло,
Я брала в этом же магазинчике. Была очень спелая. Сейчас же она, ну, спелая, но больше здесь, конечно, внутри. Мне нравится, что тут все фрукты, которые продаются на лотках, они натуральные, без всяких там добавок, как у нас в странах. И они очень дешевые. Это очень полезно для организма. М-м-м.